Дом по улице Ландышевая, 12, до которого тепло так и не дошло, строили инвесторы, рассказал первый замглавы Сочи Виктор Филонов. Понимание застройщикам найти так и не удалось, и теперь средства на строительство сетей придется искать в городском бюджете. По Ландышевой, 12, там необходимы капитальные вложения, поэтому сейчас прорабатываем вопрос строительства туда подводящего газопровода и мобильной котельной. На строительство коммуникации необходимо 25 миллионов рублей. И сегодня администрация активно занимается поиском источников финансирования. В целом же, отметили на селекторном совещании, к отопительному сезону Сочи подготовился достойно.